Используйте новые возможности с бесплатной кредитной картой Альфа-банка. Целый год без процентов. У нас в гостях основатели музыкального направления «Кальянный рэп» Хамали и Наваи. Здравствуйте. Всем привет. 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 В чем секрет успеха, как вы думаете? В искренности, наверное. В искренности? Да, мы азербайджанцы, мы любим женщин и пишем про них песни. А они это чувствуют, что мы это делаем по-настоящему. И... Женщины едут в машине, думают, блин, азербайджанцы песни написали. Ты чувствуешь? Я чувствую. Да, да, да. Куда едем? Ой, подальше от Баку. Наоборот. Вы встречаетесь с основателями кальянного рэпа. Вам вообще нравится звание основателя кальянного рэпа? Честно, сначала было неприятно. Горчило, да? Да. А что было? На ананасе, на абрикосе, на чем он был? Они сейчас сидят, один на абрикосе, другой на ананасе. Наваи стал соведущим Баста в YouTube-шоу «Вопрос ребром», а Хамали спел с Тимати песню «Баю-бай». Вот такие новости. Вы красавцы, молодцы, не оставляете Спасибо. Стариков. Молодцы. Да. Вот и к нам пришли. Программа помощи пенсионерам работает. Да. Ну вот Баста, я считаю, батя реально. Баста батя? В рэпе, да. В рэпе. Поэтому, короче, мы решили, что мы будем вместе снимать. Что? «Вопрос ребром». Задавай. Мы ждем вопрос. Недавно у Хамали и Наваи вышел клип «Птичка». Клип призван подчеркнуть терапевтическое влияние музыки. Нифига себе, что? А что такое терапевтическое? Лечат души, наверное, скорее всего, это имели в виду. А можете спеть вашу лечебную песню? Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому, знаешь. А вот хрен. По ночам подушку плачет и опять скучает Таня. Не ваша аудитория собралась. Не звонит и пусто, но в ней сердце пусто. Плачет и опять скучает Таня. Это на самом деле лечебная песня. Это прям... Она максимально лечебная. Я прям почувствовал, как у меня на топтыше исчезли сейчас. Прям вот так, птичка, и все, ушло. Очень хорошо, очень. Так, ну тут написано, что Наваи красиво поет на арабском языке. Ничего себе. Так, давай. Давайте попробуем. Давай. Я гаиб лиман диссала ахбаба келли хакбуна Маулиды илла юнак Ана бафа карфи. У меня на топтыши возвращаются, подожди. Прекращай. Можно птичку еще раз, а то... Нога, нога. На самом деле очень красиво. Когда он сделал это, я верблюда привязать захотел. Наваи говорит, что если бы он не был певцом, он стал бы комиком. Он обожает шутить, любит черный юмор. Да? Черный, как сам Наваи? Как тебе такой черный юмор? Просто, как тебе такой юморок? А где бы ты участвовал? В какой передаче? Какой? Какой бы выбрал? Наверное, Comedy Club. Ну, конечно. Ну, естественно. Не, ну я же вам говорил, что я смотрю с первого выпуска. Ты же у нас, конечно. Используйте новые возможности с бесплатной кредитной картой Альфа-банка. Целый год без процентов. Так, вот ты и попался. У нас в гостях Джиган, дамы и господа. Добрый вечер. Ой, как интеллигентно. Здравствуйте. 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 Что нового? Я рад вас видеть. Мы тоже рады вас видеть. Давно не виделись, правда. Так не было повода, а теперь есть. Какой? А вот сейчас узнаем. Альбом будет новый? Альбом будет. Я практически уже его записал. Первый сингл с альбома выходит с Егором Кридом и Богданом Титомиром. Мы реанимировали... Ого, ты нашел. Да, деда. Ничего себе. Деда и внука соединил. Альбом еще что? Делаю свою линию табаков сейчас. Опа. На чили, на расслабоне будет два вкуса, да. Все, будешь табаки линиями раскладывать? Ну нет, линию... Нет, хватит. Я уже не раскладываю. Так, а что имеется в виду? А кто за тебя это делает теперь? Есть человек. Вкусовую линию, ну, короче, делаю два вкуса, да. А два вкуса? На чили, очень короткая линейка. На чили и на расслабоне? Да. Два разных вкуса. На чили с каким вкусом будет? Там будет... Медузы. Ананас, маракуйя и йогурт.
А на расслабоне? Банан, смузи и что-то еще не помню. Надо, чтобы обосраться прям. Банановый смузи, просто банановый смузи. Это кто тебе подсказал? Кальянчик твой? Кто это? Он тебе табак линиями раскладывает. Ну да, помогает, помогает. Вы кто? Мой помощник. А просто помощник. А можешь дать ему микрофон? Вы помощник? Вы помощник? Всем привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, менеджер Дениса. Здравствуйте. Вы менеджер Дениса? Да. Хорошо. А Денис это кто? Вот. А, ё-моё, ты же Денис. Конечно. Денис Александрович. Тут сказали, что Баста – отец рэпа, но я считаю, что Денис Александрович – отец рэпа. Хороший человек. Лизнул, блин, как мог. Молодец, надо держать таких, хорошо. Денис Александрович – отец рэпа. Денис Александрович. Звучит, да? Это просто невероятно. Дети, садитесь. Вот фотография. Это Денис Александрович. Отец рэпа. А вот его сын рэп. Пожалуйста, заходите. Так, хорошо. Что там по табакам? Что вы знаете о табаках? Чем они отличаться будут? Два разных вкуса. Это я понял. Чем отличается на чили от расслабона? Новый вкус. Нету таких еще вкусов. Крепость. Кто вторая подсказывает тебе? Можете не подсказывать мне, пожалуйста, я сам... Ты как Брежнев, два человека. Не, понимаешь, таких вкусов, Паш, нет еще. Это новые вкусы. Вообще новые. Вот эти вот маракуйя, не было его до этого? Йогурт и маракуйя. Ну не смешивали их, да, микса такого не было. То есть мало того, что он отец рэпа, он еще отец вкуса. Отец нового вкуса, маракуйя и йогурт. Кто бы еще скрестил? Только отец рэпа, Денис Александрович. Недавно у тебя вышел трек «Танцуй со мной». Да? Да. Есть такой? Есть. Можешь описать этот трек? Или просто перескажи, о чем он? Пожалуйста, не пой. «Танцуй со мной» — это... Видели? Так выглядит Альцгеймер в ранней стадии. Отец рэпа пришел. «Танцуй со мной». Этот трек тоже выйдет на альбоме. Денис Александрович, входит... проходите. Хорошо. И сзади кальян на маракуйе едет. Да. Этот трек тоже будет на альбоме, да. Класс. Ладно, давай, уже начал, давай. Да я не помню его опять. Да там все просто, смотри. У меня один вопрос. Да. У тебя огромный дом. Ты ездишь постоянно по каким-то курортам. У тебя дорогие тачки. Блин, откуда деньги? Откуда у тебя деньги? Если ты не можешь... Это табак. Допеть «Танцуй со мной». Откуда бабки? Расскажи нам. Может, мы не тем занимаемся, ни хрена вообще. 24/7 стоим. Оказывается, надо «Танцуй». Миллиард приплыл сразу с цепью вот такой вот. Люди, он, знаешь, это мой жить. Помощник. Денис самый. Тот миллиард... Лучший в мире. Миллиард просмотров у людей. 2 миллиарда почти. 2 миллиарда. Понятно все. Ты как? Так, табак со вкусом... Так я фигарю уже сколько? Уже... Скажи, ты так в налоговой тоже отвечаешь? Тут я фигарю, скажу. Работаю. Чуть по чуть. Сегодня там, завтра тут. Что-то там, что-то здесь. Так получается. Так, ладно, надо попрощаться, надо попрощаться. Приходи всегда. Это браво. Это просто браво. Искупайте в аплодисментах. Это, пожалуйста, Джигана. Это великолепно. Иди сюда, смотри. Посиди на дорожку. Мужик на стуле на воде, что ли? Мужик. Поплюй через левое плечо. Маргарит. Рит. Постучи по дереву. И только после этого смотри чертовски смешной сериал от создателей фильма «Горько». В нашей деревне по статистике пьет каждый... каждый пьет. «Тайна пропавшей деревни» с 3 июля в 8 вечера. Премьера на ТНТ.